Кто-то говорит, что он нашел здесь семью, кто-то говорит, что он нашел здесь, может быть, мир какой-то в сердце, покой или что-то еще. Кто-то сравнивает церковь с организацией, когда мы ходим по всевозможным инстанциям, нам прямо говорят, ну это вы у себя там какая-то там духовная ипостась. Для нас вы юридическое лицо. Поэтому будьте любезны, налоги, будьте любезны, пожарная сигнализация, которой у вас нету, или еще что-то, и так далее. Кто-то говорит, что для меня церковь это, ну, такой вот клуб по интересам. Может быть, не говорит, но вот как-то воспринимает так. Вы знаете, я хочу вам сказать, что Деяния апостолов, вторая глава особенно, и вообще все Деяния апостолов, говорит, можно сказать, одним словом, что такое церковь. Это отношения между людьми. Вот если говорить о сути, да, что такое, не богослужение, богослужение у всех по-разному проходит. Форма одежды у всех разная, дома молитвы разные, пение разное. Но если нет отношений между людьми, вот это юридическое лицо, клуб по интересам, можно сказать семья и так далее, но это не церковь. И отношения между людьми, они начинаются, проецируются от отношений с Богом. Если у тебя отношения с Богом правильные, да? Если ты когда-то встретился со Христом, если когда-то Христос тебя завлек, если когда-то ты увлекся им, все остальное второстепенно. Если нет, ты будешь искать минусы в богослужении, ты будешь говорить не та музыка, пастор молодой слишком или наоборот старый, что-то не то происходит, не будет этого. Поэтому отношения – это то, что подарил нам Бог. Я хочу прочесть несколько мест сегодня из Писания, и на первый взгляд они не относятся, может быть, к этому празднику, но если внутрь, вглубь вникнуть, то мы увидим, что это на самом деле так. Первое послание к Коринфянам, 16 глава. 17 и 18 стих. Первое послание к Коринфянам, святого апостола Павла, как мы говорим. 17 и 18 стих. Здесь апостол Павел говорит, я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика. Они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых. Знаете, братья и сестры, на первый взгляд, ну а при чем здесь какая-то ремарка апостола Павла, которую он написал почти постскриптум? А с другой стороны, мы читаем эти простые слова немолодого уже человека, и, казалось бы, все понятно, все ясно. Но сколько здесь, в этих словах, глубокого братского смысла, переполненного отношениями. Вы знаете, мир в то время, в которое жил апостол Павел, в частности, вот эти слова были написаны в 57 году нашей эры. И историки говорят, что мир в то время был пропитан или наполнен огнем. В Великобритании, то есть в Европе, была война. В Китае заступил новый император, и весь Китай был охвачен огнем буддизма. Нерон в то время христиан еще не вешал, шкуру не сдирал, но уже колизейчик построил, на котором велись бои гладиаторов, и которые впоследствии придут к тому, что там будут уничтожать христиан. Апостол Павел конкретно завершил свое третье миссионерское путешествие. У него не было автомобилей, самолеты тогда не летали. В основном пешком, на верблюдах, на кораблях. И вот говорят богословы, и я готов с ними согласиться, что апостол Павел в то время переживал непростое для себя состояние. Он попросту-напросту устал. Он устал физически, он устал духовно. И вот этой усталостью была наполнена вся его жизнь. В первом послании к Коринфянам, чуть раньше, в 15 главе,
Он говорит, перечисляет заслуги и труды всех людей и говорит, я больше всех потрудился. И никто не спорит, говорят, на самом деле так. Я думаю, братья и сестры, что апостол Павел мог устать от идолопоклонства. И особенно от того разочарования, когда люди то сначала придут от этого к Богу, потом опять возвращаются назад. И когда он смотрит, что происходит с людьми, вот в чем они живут, в какой обстановке, конечно, приходит усталость. Он мог устать от постоянной оппозиции. Он мог устать от знаменитости. Помните, в одном месте даже бесы сказали, Христа знаем, и даже Павел нам известен, а вы кто такие? Даже бесы знали Иисуса Христа. Однажды доктор Билли Грэм сказал, вы никогда не узнаете, что такое частная жизнь, пока вы ее не потеряете. Когда у тебя нет минуты свободного времени, и апостол Павел был счастливым, что у него не было своего веб-сайта, куда он должен был постоянно заходить, что-то писать. Ему не звонили, не писали смс, но он был усталый. В одном месте он пишет, что 2 года в училище некоего тирана он проповедовал ежедневно. Это значит, он сказал 700 примерно проповедей. Мы знаем, что апостол Павел говорит, помимо всего того, что я сделал, я еще должен сам себе на хлеб зарабатывать. Он это говорил не в упрек, но он говорил, что его пропитанием было хобби или бизнес, строительство палаток. Он шил палатки, продавал их и от этого жил. Оппозиция, бунт. И помните, в Коринфской церкви, которой апостол Павел говорит, вы мое письмо. И это письмо ему говорит, кто ты такой? Ты вообще ничто. Даже не никто, а ничто. И вот в этом состоянии апостол Павел говорит, вы мое письмо. Братья и сестры, один из духовных уроков, который я хочу для себя и для вас вынести. Можем мы сказать, что если ты хочешь меня узнать, кто я такой, ну, прочитай мое письмо. Приди в мою семью и посмотри, какая, и ты поймешь, кто я. Приди в мой дом и посмотри, какой он, и ты узнаешь, какой я по характеру. Посмотри на мои отношения с женой, на мои отношения с близкими, с друзьями. Приди в мою церковь, и ты узнаешь, кто я. Почитай это письмо. И вот апостол Павел, который, живя в этой атмосфере, такого общего мирового бремени, когда мир судорожно лихорадил от всевозможного происходящего, он устал. И он никогда не говорил о том, что он устал. Нигде не написано, какой я несчастный, как мне все надоели, никто меня не любит и так далее, так далее. Мне пора на пенсию. И это еще один духовный урок, что он никогда об этом не говорил. Но мы сегодня очень много говорим об этом. Говорим, что нам трудно, что нам тяжело, что нас никто не понимает и так далее, и так далее. Апостол Павел не был идеальным человеком. Он просто был посвященным. И вот посмотрите, в этом контексте усталости он пишет слова Коринфской церкви, и он говорит, чему он радуется. Он не был на пенсии, он не пошел в отпуск, ему не купили путевку, у него ничего не поменялось, но он говорит, я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика, они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили, почитайте таковых. Вы знаете, братья и сестры, когда мы говорим о первой церкви, о дне рождения первой церкви, я повторю, церковь это отношение между людьми. И апостол Павел говорит, что благодаря вот этим отношениям, которые у него сложились, он утешился прибытием людей, которые просто утешили его тем, что они пришли к нему в гости. Они его утешили. Вы знаете, у нас у одного паренька молодого в церкви
есть разные майки. Знаете, на майках много чего написано. И вот сразу можно определить состояние человека. А? ЛДПР за Курганскую область можно на спине прочитать, еще что-то. И вот у него написано: умных много, смелых мало. Ну, думаю, правда. Вот посмотришь вокруг, умных много, дерзких много, выдающихся много, деятелей много. К сожалению, лентяев тоже. Павлинов у нас хватает. Кукушек, да? Но вот человека, который бы тебя утешил, вот почему-то мало. И первая церковь, она у них замес был вот на этом. Взаимно скрепляющие связи, цемент их был вот на этом. Не столько на какой-то деятельности религиозной, тогда они еще ничего не делали, хотя у них не было ни молитвенных домов, ни оркестров, ничего. Но они знали, что есть, должны быть отношения. И Христос этим же людям, помните, когда-то говорил: потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Если будет между вами именно отношение. Вы знаете, братья, в книге Псалтырь есть такие слова в 62-м псалтыре, 2 стих. Псалмопевец говорит: Боже, ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу я, тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя, в земле пустой и сохшей, безводной. У псалмопевца не было к кому обратиться, он не знал, в ком найти утешение, где вот эту успокоение получить, отраду. И он говорит: Господи, по тебе томится плоть моя, в земле иссохшей, пустой. И если нам вернуться к апостолу Павлу, к этому уставшему, может быть, даже отчасти разочарованному человеку, мы видим, что в тот самый момент Бог побуждает братьев пойти к нему, чтобы иметь с ним простое братское, дружеское общение и утешить этого старика, которому стало плохо. Братья и сестры, есть разовое утешение, которое мы получаем здесь в жизни от чего-то, но будет вечное утешение, когда написано в Откровении: Бог отрет всякую слезу с очей детей своих. Когда уже ни плача, ни вопля, ни слез, ни переживаний, ничего не будет. И если сегодня вы переживаете какой-то недуг духовный, и ваше духовное состояние настолько слабое, разбитое, что вы во всем и во всех разочарованы, вспомните эти слова 62-го псалма. Господи, по тебе томится плоть моя, в земле иссохшей, пустой, когда никто не понимает, и Бог обязательно пошлет вам утешителя. Помните, когда Христос возносился, Он сказал: я пошлю вам Духа утешителя. И этот Дух-утешитель часто приходит не как какое-то явление, непонятное откуда взявшееся, но это часто приходит через определенного человека с каким-то словом, с каким-то вдохновением или успокоением и так далее, и так далее. И посмотрите, братья, апостол Павел говорит, когда он вспоминает, перечисляет поименно этих братьев, он говорит: они успокоили дух мой. Плоть успокоить просто. Каши поел, и хорошо стало. Поспал, и вроде полегчало. Но дух успокоить непросто. И от состояния нашего духа зависит состояние нашего окружения. Зависит состояние нашей семьи. Зависит состояние того места, где мы работаем, где мы несем служение, зависит состояние нашей церкви. И апостол Павел подчеркивает и говорит: они успокоили дух мой. Но как они успокоили? Я хочу назвать 4 причины или 4 момента. Может быть, их больше, может быть, их меньше, но я хочу остановиться на этом. Как эти люди, братья, пришедшие к апостолу Павлу, вдруг утешили его? Первое. Ну, во-первых, они пришли лично. Вам не кажется, что сегодня мы вот этот способ общения
утратили. СМС-ки. Что-то написал. Отправил. Есть даже видеозвонок. Можно пообщаться по скайпу, да? Можно отправить песню, можно сегодняшнее богослужение сфотографировать и куда-нибудь послать. Но личное общение это не заменит. Это суррогатное общение. Это общение не настоящее, это просто общение для деловых контактов. И вот апостол Павел говорит, эти люди, которые пришли и утешили меня, по той простой причине, что они пришли лично. Особое ободрение приносит своевременное посещение. Когда мы к кому-то пришли, когда мы приходим к больным, когда мы приходим к обездоленным или просто к людям уставшим. И заметьте, братья и сестры, апостол Павел не просил, чтобы его посетили. Но Дух Святой знает, что делать, в какой момент, для того, чтобы совершить свою работу. Утешение присутствием. Помните, одно из имен Бога Эммануил, которое означает «с нами Бог». Куда бы я ни пошел, на операционный стол, или в тюрьму, или к чиновникам, или туда, где я еще никогда не был, или просто совершать свою привычную работу или служение, Эммануил, с нами Бог. И сегодня мир лишен этой возможности. Люди инстинктивно ищут какие-то способы успокоения, ободрения, утешения. Но вот это состояние, когда Бог утешает нас своим присутствием, это остается богословской тайной и останется навсегда. Но Бог это делает до сих пор. Мы видим в Писании, что Бог всегда был со своим народом. Мы видим, что Бог был с апостолами. Мы видим, что в том же самом Колизее, где Нерон убивал верующих, там с ними находился Господь. Поэтому первое, если мы хотим кого-то утешать, или чтобы утешили нас, мы должны знать, что нам нужны личные встречи, которые никто никогда не отменял. В принципе, екклезия, когда мы говорим о церкви, это не просто какое-то собрание, а екклезия это вызванные из домов, которые оставили свои дела, привычные занятия, кто-то даже работу и пришли сюда для того, чтобы здесь иметь общение. Второе, братья и сестры. Они утешили Павла, потому что апостол Павел увидел их единство. Вот скажите, нам приятно, когда мы видим, что наши дети в ссоре. Никакому нормальному родителю это не приносит никакого удовольствия. Мы пытаем их примирить, они примиряются иногда. Проси прощения. Попроси. Говори, что это я люблю. Я люблю тебя. Помирились. Но когда мы видим обстановку совсем другую, когда мы видим, как восстанавливаются семьи, как восстанавливается мир между сестрами, между братьями, это самое большое утешение. Можно говорить о результатах, о каких-то планах, можно говорить о перспективах, о чем угодно, но если между нами, внутри семьи, внутри отдельной церкви, между мужем и женой, между друзьями нет вот этого единения, то утешение не происходит. Не единообразие, хочу сказать, братья и сестры, не экумения, а именно единстве в Духе Святом. Третье. Апостол Павел получил успокоение, слыша свидетельство об обращении. Самое дорогое, что может быть, это когда в церкви спасаются новые души. Когда люди обращаются, где-то на больничной койке, или за решеткой, за колючей проволокой, или просто в одиночестве, или в церкви, или в тихом веянии где-то дома, самое большое успокоение доставляет то, когда люди обращаются к Богу и меняются их жизни. И последнее, апостол Павел получил успокоение и вдохновение, видя целеустремленность братьев. Если рассчитать тот путь, по которому шли эти люди к апостолу, то они были в своем пути примерно 8 дней. Мы иногда не хотим поехать, потому что ну, далеко, жарко, машина без кондиционера, 2 часа туда добираться. Лучше позвоним. 8 дней для того, чтобы продемонстрировать свою любовь,
свое смирение, свое почитание. И посмотрите, Библия нам говорит, почитайте таковых. Вы знаете, история нашего братства насчитывает большой отрезок пути, когда были гонения за веру в Бога. Просто от того, что верил в Бога. И существует очень много книг на эту тему, очень много источников известных, которые говорят о том, что люди шли в ссылку за веру в Бога и знали, что Бог будет с ними и там, в том числе и в тюрьме. И я лично за свою жизнь прочитал очень много источников на этот счет, но я ни в ком из этих братьев не увидел разочарования. Чтобы эти люди сказали, ну, я устал, церковь от меня отказалась, помощи не было, родное государство продало, семья развалилась. Они могли бы это сказать, но они не сказали. Потому что там с ними был Бог. И вот Писание нам говорит, что мы должны почитать людей не за то, что они страдают, а почитать тех, кто несет в себе утешение, кто является миротворцем, кто является тем, кто может сглаживать углы, кто работает на всеобщее созидание. Библия говорит, почитайте таковых. Ободрение, которого мы все ждем от Господа, оно очень часто связано с покаянием. Мы хотим, чтобы нас Господь ободрил, чтобы Он нас поддержал, чтобы Он был с нами. И вот посмотрите, Деяния апостолов, 3 глава, с 19 стиха. Такие слова здесь звучат. Деяния апостолов 3:19. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа». Если мы хотим, чтобы в нашу жизнь вернулись времена отрады, времена вдохновения, покоя, мира, нам нужно подумать прежде всего о своем отношении с Господом. Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Почему? Потому что грех, который часто человек делает или иногда делает, он блокирует радость. Он блокирует веру. Грех не может умножать твое хорошее, благословенное духовное состояние. Радость и покой дает покаяние перед Господом. И я думаю, что сегодня мы как никогда нуждаемся в том, чтобы ободрять друг друга. Чтобы поддерживать друг друга. Потому что мы живем в таком мире, в раздрае, в мире зла, в мире обмана. Задумывались вы когда-нибудь, что наша страна погрязла во лжи? Ложь везде. На базаре, в аптеке, с экранов телевизора, в отношении друг с другом. И люди варятся в этом. И, конечно, это радости и ничего нормального приносить не может. И нашему народу, и каждому человеку нужно покаяние, чтобы в сердце вернулась радость, в сердце вернулся мир, успокоение и любовь. Один из пророков сказал, Бог через него сказал, утешайте, утешайте народ мой. Братья и сестры, мы призваны самим Господом вспомнить, может быть, в сегодняшний день, когда мы говорим о церкви, что церковь, это не храм, это не золотое здание, это не купола, это не атрибутика, а это отношения между людьми, это отношения друг с другом. Пусть Господь благословит вас, чтобы вы были настоящей церковью, и чтобы ваше христианство зиждилось и было замешано именно на ободрении, на отношении друг с другом. Слава нашему Господу, братья и сестры!